Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. И Елена Фельк написала еще один комментарий. Ну, потом еще тут добавила еще. Ну, вот здесь. В 2021 году зашифрован выигрыш на этот видеоролик. Она написала так: «Ой, как я хочу выиграть!» Восклицательные знаки. Ну, как понять, в чем заключается выигрыш? Вопросительный знак. Я всегда держу ухо востро и на 365 там, наверное, дней. Внимание, в этом году усилим внимание, чтобы не прохлопать. Благодарю вас за веру и ждем ритуалы. Очень ждем. Ритуалы в этом году магических дат много. Ритуалы можно поделать, особенно те, которые на протяжении денег, да. И есть ритуал с осетриной для того, чтобы зарядить монету. Каким образом можно проделывать этот ритуал? Ритуал я уже сделал, сам алгоритм есть. И когда вы, например, варите осетрину или жарите осетрину и монетку положили, в этот момент вы можете включить на телефоне этот мой ритуал, то, что я снял, и вот повернуть прямо на сковороду, да, где жарится осетрина с монеткой для ритуала, по притяжению больших денег, и поток энергии оттуда будет литься в сковороду, тоже усиливая эффект. Ну, сами даты для ритуалов я, конечно, отдельно сниму. Ритуалы те же самые используются так же, как и вот в этом году, те ритуалы, которые я снимал. Ну, по датам я сниму отдельно, да. И вот тут путешествие, дом хочу. Жить на своей земле, сад постулирую. Так, это она же написала на видеоролик 2021 год, материализация, да. Другая Елена, просто Елена, написала спасибо. Да, намерение должно работать и притягивать надо. Я сам люблю сад, да, у меня у самого две дачи, и, конечно, время от времени я там пребываю, если я не в дороге. Поэтому ритуалы будут, да, недвижимость нужно в 2021 году покупать и вкладываться, деньги вкладываться в это дело. Это, опять же, будет, скажем так, это будет радовать быка, хозяина года. Вот такое стремление приветствуется быком на все 100%. Вот на этом до свидания, до новых встреч.